14 сентября 2022 год. А можно ли косить траву еще быстрее? Это YouTube-канал Стороженко Владимир. Можно, если в этом есть мотив. Я же говорю, что важно мотивы. Мотивы, да? Вот смотрите, участочек больше 15 соток получилось. Тщательно все сделано. А вот уже приехал человек хороший, ждет на машине меня забирать. Вот сейчас покажу, как еще быстрее косить. Короче, снимаем сначала макушки быстро на скоростях, а потом выкашиваем под землю. Как-то так. Смотрите,
15 соток участок. Не буду частную собственность показывать, да. Здесь вот немножко только дровишки, да, все приподнял, поднял, все там отодвинул, детскую площадочку. Вот такой участок обалденный. Самому аж нравится. Все сработало под землю. Вчера 10 часов 13 сентября, после 55-летия, да, 55 лет отметил 12 сентября. Ну, посидели семейным столом, да, семьей за столом, а 13 сентября уже в 10 часов уже косил, да, хорошему человеку вот участочек. По рекомендации вот соседей те, Евгения Андреевна порекомендовала, и надо было соответствовать. Вот такой участок, 15 соток, ну, там вместе еще возле дома. Вот, вчера 10 часов и сегодня 5 часов. Ну, там пообедал часик. Вот, поэтому на скоростях, если работать, то можно, конечно, быстрее все это делать. Ну, и так как бы нормально. Все качественно, под землю, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Друзья, смотрите YouTube-канал, реально смотрите, там интересно и полезно. Не буду повторяться. Староженко Владимир, YouTube-канал, плюс 7-924-123-24-44. Проконсультирую по здоровью, по мотивациям, там, по красоте, товары для красоты, для дома, для машин, там, для здоровья, самое главное, 4life.dv.ru, 4life.com. сайта, да, смотрите, если что, загуглите трансфер фактор в спорте при омоложении, трансфер фактор в педиатрии, трансфер фактор в гинекологии, после инсультов, после инфарктов, после операций, при аутоиммунных заболеваниях восстанавливается это БАДы. 22 года в 80 странах мира, одобрено Минздравом, очень крутая научно-доказательная база, всем владею, у меня наставники, кураторы, кандидаты медицинских наук, академики, профессора, со всеми познакомлю, там чат есть, все профессиональный, подключу. Смотрите пока сайты 4life.dv.ru, 4life.com. Все, тороплюсь, человек уже стоит, попросил, как бы не имею права подводить. Все, пока. Плюс 7-924-123-24-44 по космосу риски. Ну и во всех сферах жизни, смотрите, в гугле сферы жизни человека, там 9 сфер жизни, 12 сфер жизни, 7 сфер жизни человека. Вот как бы развиваюсь с 26 лет в сетевом маркетинге, по первому образованию техник-пчеловод. И мотив быть вам полезным, да, и научить вас быть вас вам, чтобы вы были полезны своим друзьям и знакомым, и незнакомым. И так 200 стран мира с суверенитетом, 10 стран без суверенитета, 300 миллионов русскоязычных людей по миру, больше 7 миллиардов населения, интернет нам в помощь. Все, будем жить, поживать, добра наживать, звоните. Все по-серьезному, просто тороплюсь. Помогай Бог, звоните.